В районном историко-культурном центре состоялось общее собрание учредителей Союза торгово-промышленная палата Ленинского района. Инициаторами выступили предприниматели, ведущие свой бизнес на территории муниципалитета. Присутствующий на собрании глава Ленинского района Олег Хромов отметил, что система поддержки малого и среднего бизнеса должна быть не только адресной, но также должна существовать определенная сила, которая смогла бы отстаивать интересы предпринимательского сообщества. Мне очень понравилась идея наших уважаемых молодых предпринимателей. Именно подчеркнута она была в том, что давайте сделаем сами. Опыт таких самостоятельных организаций на территории Подмосковья уже имеется, и ребята изучили этот опыт, и я думаю, что мы превзойдем те организации, которые были созданы, потому что у нас есть хороший, здоровый потенциал. Ленинский район – один из самых экономически развитых в Московской области. Наличие такой структуры, как торгово-промышленная палата, пойдет ему только на пользу, уверены предприниматели. Я искренне рад присутствовать на данном мероприятии. Мы уверены в успешной работе данной организации. Нас ждет глобальная интересная работа. Главной задачей палаты является содействие всем видам бизнеса, создание позитивной среды для коммерческих организаций и привлечение инвестиций в экономику района. Мы будем заниматься повышением квалификации и подготовки кадров всех видов предпринимательства, если у вас ИП или ООО, который занимается сферами услуг, например, там парикмахеры, может быть, там у кого-то есть шеф-повара, да и просто нужно будет поднять уровень менеджмента, то мы будем этим заниматься и всячески это лоббировать. Собравшиеся единогласно выбрали главного инициатора создания этой структуры Максима Арапова президентом торгово-промышленной палаты. Также на общем собрании был утвержден устав и определен порядок взаимодействия учредителей.